Почему я это направление создавала в компании? Моя внутренняя установка, я никогда не положу на полку магазина, не дам потребителю тот продукт, который я не ем сама. Если я этого не ем, каких бы это дивидендов не приносило компании, я этот продукт выпускать не буду. Мне это интересно, я по образованию инженер-технолог, и я никогда этого не сделаю, потому что в голове очень многих постсоветских людей есть такая вещь, что ну вот есть для всех, а есть спеццех. Нет у нас спеццеха, и вот я ем дома то же самое, то, что мы предлагаем нашим потребителям.